Фармадол – таблетки від головного болю. Я прийшла на голос за обновлением і перезагрузкою. Всім привіт! Мене звати Женя Семьохіна, мені 22 роки. Я з міста Одеса, і це моя перша сторіс на «Голосі країни». Я музикант, і я пишу свою музику. Іменно музика спасає мене в самі трудні моменти в моїй житті. І музика мені допомагає на даний момент пережити розставання зі своїм парнем, який був любов'ю всієї моєї житті. Моя душа ще до сих пор болить, і вся ця боль виливається в мою музику і в мої тексти. Дякую. Я хочу, чтобы музыку мою люди слышали. Кто это у нас там группа поддержки? Ребята, привет! Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Перемагай, вперед, микрофон у нашего робота, забери его и разорви эту сцену. Спасибо. Привет! А мне сейчас хочется выйти на сцену и спеть так, чтобы отпустить всю ту боль, которая у меня еще есть, и полностью перезагрузить свою жизнь. Буду думать опять, вот бы так навсегда, как всегда. Буду думать опять, я буду думать опять, вот бы так навсегда. Облака наверняка рисуют рожицы. Пока ты спишь, я смотрю тише, осторожничаю. Улыбаешься, значит, видишь счастливое. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Такая сильно красивая. Очень сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, так радуюсь сильно. Ну, во-первых, большое спасибо за выбор песни. Вас как зовут? Меня зовут Женя Семёхина. Очень рада вас видеть. Спасибо большое за то, что вы меня слушали. Спасибо огромное за то, что повернулись. Мне очень приятно. Женечка, вы такая лучезарная, вы так сияете. Слушайте, я повернулся вам сразу, скажу. Не потому, что песня, которая для меня очень многое значит, а потому, что вы ее так потрясающе исполняли. Моя команда открыта с распростертыми объятиями. Вот, если вдруг... Спасибо. Удостоит судьба такой радости с вами поработать, я бы с удовольствием. Спасибо огромное. Сильно красиво спели. Спасибо.
Женя, вы очень красивая. Спасибо. Это песня, Дима, это же песня для занятия любовью. Что? Это признание, это доверие. В этой песне есть принятие. Есть. Это большая редкость. Я тебя поздравляю. Спасибо. С треком. Всевышний дал тебе. Я не повернулась, потому что мало слышала вас. Вы сняли полностью интонацию, как заканчиваете ноту Диму. А я хочу личность. Желаю вам выбрать того тренера, который действительно сможет вас перезапустить внутри. Девочка, скажи, я навіть відчуваю, про кого ти кажеш. В такому молодому віці мати такий професійний вокал. Хочу сказати, що у вас дуже велике майбутнє. Але його потрібно відкрити вокал, щоб він полетів. Я чекав, щоб ви його відкрили, щоб оцей був політ над землею. Відкриємо. Ми відкриємо. Саме тут, якраз на голосі, можна відкрити голос повністю. Так що ви ж думаєте, так? Конечно, я подумаю. Спасибо большое, очень приятно. Женечка, у вас безумно красивый тембр. Вы так разрывали на этой сцене. Вы меня очень тронули. Я понимаю, что выбор песни, скорее всего, это и есть ваше желание к какому тренеру пойти. Но я все же хочу побороться за вас очень сильно. Я ищу голос поколения. Чувствую, что вы голос молодежи. Мы могли бы быть классной с тобой командой. Правда. Могли почувствуй бы. Меня, пожалуйста, сейчас. Спасибо большое. Помни, что я первый раз во взрослом голосе, что энергии у меня очень много. Надюш, не аргумент. Спасибо вам огромное. Правда, вы тренеры очень сильные, и вы как артисты все очень сильные. И я рада, что в этом сезоне именно вы все здесь собрались. Я знаю, что в команде этого тренера будет очень сложно, потому что конкуренция там очень большая. Но я очень сильно хочу поработать с этим профессионалом, и это Дима Манать. Как неожиданно и приятно. Дима! Я бы хотела, наверное, попросить Диму спеть со мной. Женечка, спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, очень приятно. Видите, как настоком ударило, ребята? Сейчас это будет магия. Это что-то значит. На интуиции. Конечно. Облака наверняка рисуют рожицы. Да, пока ты спишь, я смотрю тише, осторожничаю. О, улыбаешься, значит, видишь счастливые. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. А ты сильно красивая, да. Такая сильно красивая. Очень сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Так радуюсь сильно. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Такая сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Ну как так может быть? Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Евгения. Круто. Это было круто. Спасибо. Добро пожаловать в команду Ритмового. Поздравляем, спасибо. Поздравляем. Я долетаю. Глянь, банда там вся підтримує. Я тебе вітаю. Ласкаво просимо, 11-й сезон «Голос України». Ну, я ее бы забрала. Ну, как бы все. Какой ты злой на самом деле. Він хоче, щоб ми типа просто не з'явились на наступному етапі «Голосу». І вирішив відразу так піти ва-банк. Не сумуй, тіночко, ми все виправимо, все буде добре. Так, а ви що, тепер коаліція там? Так, подожди, прошлая коаліція закінчилась романом на всю страну. Я ще від прошлої коаліції не відійшла, подожди. Коаліція закінчилась, а закінчився ли роман? Да, інтересно, кстати. Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу.
ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі каналу 1+1. Та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.